брал. Ну чё, чё не наснимался? У меня сейчас кого два листа. Скамейку тебе на месте все соберу, потом два саморезу. Сейчас надо ее поднимать, Паша? Или вытащить, ты не вытащишь ее? Я вот думаю ее задрать, блядь. Вот такая будка, да? Окошки открываются туда внутрь. Ну, легкая конструкция. Можно на рыбалку использовать по льду, потом таскать, если притащил, поставил. Так, вот столик. Сели мы, значит, за столик. Смотрим в окошко. Туда окошко. Ну-ка закрой дверь, Серег. Туда окошко. Здесь будет печурка какая-нибудь, боковые выходы. Ну вот, готовое изделие практически. Приехало уже на озеро. Вот такой домик. Встроенный в прицеп, как бы под стандартное место. То есть никаких выступов там, ничего. Сверху можно одеть тент. Стандартный. И спокойно ездить. Даже не видно будет, что там домик. В общем-то, такая задача и стояла. Сейчас он двухслойный, из фанеры. Внутри утеплитель пенофлекс. Или пеноплексли. 2 миллиметра. И воздушная прослойка еще 0,5. Ой, 2 сантиметра, воздушная прослойка 0,5. Внутри. Вот это стекло двухслойное, да, видно там это стеклопакет. Пол еще надо будет немножко утеплить, хотя там есть снизу прослойка между двумя фанерами, да, если закрыть торцы, там тоже будет воздух. Но тут еще будет теплый линолеум, скорее всего. Но абсолютно бюджетный вариант. Прямо отсек вот этот вот, это под отопитель какой-то, тут будет печка и, скорее всего, какой-нибудь фен сухой на солярке. Спальное место полноценное одно. Откидывается рундук. Можно там вещи складывать. 70 сантиметров, стандартный матрас. Окошечки вот эти. Передние открываются, боковое открывается. Тоже сделаны из стеклопакетов двойных, где-то загерметизированы. А вот это окно, которое на двери, оно не открывается. Просто окошко. Стол складной. Вот. Он поднимается, вот эта ножка складывается, вот, и две, тут можно три сделать. И все, стол опускается, там застежка внизу будет. И вот здесь на полу еще одно спальное место, 60 сантиметров шириной, вполне нормально, 55, по-моему. А вот такой вот сооружение. Вот еще раз, как это выглядит. Вот там спальное место, а здесь отопительный отсек, печурка, отопитель. Труба будет выводиться, даже если под тентом, она будет выводиться вот сюда. Тент будет подниматься, и здесь козырек откидной он уже сделал. Сюда и в боку туда. Еще одна из главных проблем, это как эту будку снимать из прицепа. Если туда что-то просунуть, металлическое, длинное, то можно, спустив колеса, оставить ее на этих профилях висеть и спокойно выкатить прицеп, и потом закатить. Но будем думать. Дуги вот эти стоят, они как раз от стандартного тента, то есть тент будет лежать на дугах, он будет даже не будет тереться об эту фанерную будку. Ну вот,
защитным слоем ее можно сейчас покрыть, допустим, какой-нибудь, чтобы снег на нее, сырость не действовал. Может, какой-то это распылителем нитроэмали в камуфляж раскрасить ее. Подумать надо.